Привет, ребята. Небольшой обзор еды. Появилась такая сгущенка, сгущенное молоко, частично обезжиренное, 2,5%, в стандартном, по-моему, 8 было. Производство Беларусь, как вы видите, Рогачевский комбинат. Нормальная сгущенка. Густая, по вкусу нормальная, то что жира меньше, я считаю, это неплохо. Так, ерунды, по-моему, сюда не добавили. Да, просто молоко и сахар. 380 грамм. Так что вполне хорошо оценивалось, стоило 60 рублей. На этом все. Пока, ребята.